действительно звезды? Сергей Рыбаков. Влюбились? А, ну и прекрасно. Прекрасно, сынок. Варя хорошая девушка. Любите себя на здоровье. Только дам вам совет. Любите крепко друг друга. По-нашему. Бьют. А я помню время, когда они молчали. Кремлевский курант. Сколько дорогих воспоминаний будет они во мне. Вот ты начинаешь путь строителя. Как это легко и доступно. К твоим услугам современная техника, огромные средства. Умей только взяться. А я начинал свою жизнь в те времена, когда мы даже не знали, как правильно писать. Электрификация или электрофикация. А сейчас за моими плечами огромный практический опыт. А вот сбрось отцу хотя бы 5 лет. Тогда уходил я на фронт с громадного строительства на Востоке. Когда мне было лет 35, я стал участником великой стройки на Днепре. В необъятной стране вырастали все новые и новые электрические дворцы. И через горы, леса и реки их стальные нити несли нашему молодому государству силу и свет. Какую замечательную жизнь ты прожил, отец. Ого, а если ты мне сбавишь еще лет 10, то увидишь бравого морячка с Аврора. Отлично помню ноябрь 1917 года. Я был экстренно вызван с моим оперативным отрядом к Владимиру Ильичу Ленину в Смольный. Товарищу Ленину по особому вызову. Товарища Ленина нет, скоро будет. Так. Будем ждать, ребята. Да, товарищи, за мной. К товарищу Ленину можно пройти? Я инженер, электрик. По срочному делу. Кто-кто? Электрик. Ну, с вашими делами, товарищ инженер, торопиться некуда. Сейчас срочное дело кадетов бить. А ты чего бить кадетов, товарищ? Здравствуйте, здравствуйте. Само собой, контрреволюция, товарищ Ленин. Да, вы правы, товарищ, у нас сейчас продолжается смертельная схватка с контрреволюцией. Но в этой борьбе есть цель. Мы уничтожаем контрреволюцию с ясной целью построить новую, великолепную, могучую Россию. И сейчас перед нами, большевиками, встает задача восстановления и развития хозяйства пролетарского государства. И примерно лет через 10 мы построим 20, 30, а может быть и 50 электростанций. Не так ли, Александр Васильевич? Совершенно верно. Вот, кстати, мы сейчас с вами об этом побеседуем. Прошу вас. Явился в ваше распоряжение, товарищ Ленин. Так. Так. Вы командир отряда, товарищ Рыбаков? Так точно. Товарищ Рыбаков, я вызвал вас для того, чтобы от имени советской власти приказать арестовать или уничтожить в случае сопротивления группу офицеров и юнкеров, замышляющих повторение попытки белого мятежа. Адреса квартир тайных сборищ получите, товарищ Цишинского. Рука не дрогнет, товарищ Ленин. Действуйте, товарищ Рыбаков. Есть действовать. Становись! За мной! Марш!
Итак, вы предлагаете? Я предлагаю приступить к постройке вот здесь, на Шатурских болотах, небольшой опытной станции на торфе. Так, так. А, но, возможно, мое предложение является не своевременным. Нет, нет, ваше предложение именно то, что для нас нужно. Присаживайтесь. Мы начнем с вашей шатуры. Но электрификацию надо понимать шире и глубже. Это не только постройка отдельных электростанций. Это постепенный перевод всего нашего хозяйства на новую техническую базу крупного производства, который так или иначе связан с вопросом электрификации. Я считаю, необходимо обратить внимание на электрификацию промышленности и транспорта. Мы применим электричество в земледелии. Надо увлечь массы рабочих и создателей крестьян великой программой на 10-20 лет. Мы сделаем Россию электрической. Но в те трудные годы партии и правительства были вынуждены бросить все свои силы на борьбу с врагами молодой Советской Республики. И только в 20-м году великие ленинские мысли нашли свое осуществление в плане Дель-Ро. Владимир Ильич. Да? Поздно уже. Вы не чувствуете, как вы устали? Нет, нет, отнюдь не от работы устаешь. Устаешь от разговоров, от высокопарной болтовни. Да. А чего стоят десятки единых планов, в кавычках, которые то и дело появляются в нашей печати, нам же на позор? Детский лепет приготовищек. Они только в конец запутают живое дело. Итак, ваше мнение? По-моему, двух мнений и не может быть. Это превосходный, это действительно единый, действительно государственный план, без кавычек. И потому немедленно, не теряя ни одной минуты, надо приступать практически к делу. Вот именно, простая решающая мысль. Не терять ни одной минуты. Прекрасно. Вот видите, как мы засиделись. Да-да. Вы знаете, мне иногда с безумной силой хочется увидеть, какой будет Советская Россия через 10-20, через 30 лет. Великой державой будет, возьмите. Только не останавливаться. Не пугаться никаких туч и никому ничего не уступать. Не испугаемся, Владимир Ильич. И никому ничего не уступим. Я слушаю. Да-да, я. Доброе утро, Феликс Эдмундович. Как ваше здоровье? Пусть он не выходит из дому. Категорически врач запретил ему выезжать. Так, так. Так вот, Иосиф Виссарионович настоятельно просит вас никуда не выезжать. Я к нему присоединяюсь. Нет, нет, я категорически требую. В порядке партийной дисциплины. Ну вот, отлично. Разрешите доложить. Товарищ Сталин, вас просят да, да. прямом управлении с юга военной команды. Иду. Так, так. Так, товарищ Рыбаков, не уходите. Слушай. Да. Да, мы здесь заработались немного с товарищем Сталином. Результат превосходный. Так я сегодня же вас навещу. До свидания. Товарищ Рыбаков, в 11 утра поедем к Дзержинскому. Слушаюсь, Владимир Ильич. В первую очередь нам нужны специалисты. Пока большинство из них саботирует. Я это знаю. Но я также твердо знаю, что с нами будут работать лучшие ученые люди России, когда они поймут научную сущность социализма. Ждать немыслимо. Ждать преступно. Только переворот всей действительности по исторической миссии большевиков. Вот, кстати, изучаю по долгу службы. Что это? Энергетические ресурсы России забили. Позвольте, я, кажется, читал эту книгу. Да-да, вспомнил, еще за границей. Прекрасная книга. У этого Забелина передовой прогрессивный ум. И он прогрессивный человек крупный, а ведет себя непозволительно. А что, в чем-нибудь замешан? Арестован? Не арестован, но, собственно, давно пора. Yeah.
Довоенные серные безопасные спички, фабрики Лапшина. 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 Не пожалейте! Нет, этот нас не про нас. Я бросил пить легко и свободно, применив изобретенный мною способ. Я бросил пить легко и свободно, применив изобретенный мною способ. Я бросил пить рублей! Вот, вы подальше своей лавочкой. Мадам, мы все живем на улице. Нам ссориться спешно. А кто вас заставляет жить на улице? Советская власть. Работник и гражданин таким, как вы, пайки дают. Куклы атласные, шелковые, парчевые. О чем жить куклы? Слюбайте им со тысячи рублей. Лапшина. Разор. И за что только деньги берут? Разве это вещь? А зачем вам кукла? Ну, тоже скажет мне. Девчонки везу, дочки. С фронта еду в бессрочный отпуск. За военные, серные, безопасные спички. А ну, гражданин. Лапшина. Отпустите мне сердничков про запас, а то у нас в деревне голод на огонь. Долго воевали. С империалистической на гражданской. Так, немного же завоевал солдат. Куклу да коробок спичек. Солдат воюет, а жена дома воюет. Ну, это ведь какой-никакой, а подарок. Ну, пора мне. Времени знаете сколько? Не знаем. Вот когда-то на Кремле часы били. А теперь молчат. Это что же они испортились? Да, братец, испортились главные часы в государстве. Вот если бы в Англии, на Вестминстерском аббатстве... Где, где? Вестминстерское аббатство. Если бы там установились куранты, то что бы сказали англичане? Англичане сказали бы, что Англия кончилась. Не то Англия. Это пароксизм сердца. А меня не собьешь. Да. Я мужик твердый. Серные безопасные спички. Гражданин, а вот за такие ваши намеки вас ведь могут и к стенке прислонить. Думаете, лучше будет? Лучше не будет? Не знаю, лучше, не знаю, хуже. А вот на мой характер я бы вас к стеночке прислонил. Я не боюсь. Я открыто говорю, о чем думаю. О, какой герой. Капитан, когда пьян, а проспится, ишь свиньи боится. До свидания. Серые, безопасные, военные спички. Куклы, атласные, шелковые, парчевые. Акулы мирового империализма стараются задушить блокадой первый в мире рабоче-крестьянское государство. Но с нами революционный пролетариат всех стран. Он поднимается на борьбу за республику Советов и клеймит позором имя лорда Керзона. Революционный пролетариат, революционное крестьянство не боится реакционных происков мирового капитализма. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует власть Советов! Да здравствует партия большевиков! Ура, товарищи! Товарищи, получайте литературу в агитвагоне! Александр Блок, 12 поэма, скипер. Интересно. Thank you.
сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумя, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Не, вы послушайте, какая складность, какие выражения. Вот блок так блок. Ты, Ласточкин, на всякую писанину не поддавайся. Так книжка-то в Петрограде напечатана. Че, разве что в Петрограде? Есть истории. Литература пролетарская. Валя-валя, не задерживайся, не мешай человеку. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. А кто такие пестумы? Империалисты, буржуазии. Последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира. В последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира. Придите к нам, от ужасов войны придите в мирные объятия, пока не поздно, старый меч ножны. Товарищи, мы станем братья. Интересно, а это что за пестун? А ну-ка, ребят, давай за мной. Руки вверх. Ну, давай, 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 this давай. Mike, this is my camera. It's mine, I tell you. What is the matter? Оружие имеешь? I don't understand Russian. I am a writer. Чего? I am a writer. Обыскать тебя надо, вот что. А что там долго думать? Давайте пустим его в расход и конец с вами. Подожди, не балуй. Не видишь, что ли? Заграничная личность, иностранная держава. Да какая там иностранная держава? А ты знаешь, что эти акулы с нами делают? Ты танки их видал? Да, ну, видал. Ну, богато, понимаешь? Ты потерпи, мы больше терпели. Look, и разобраться, понимаешь? Подожди, тебе говорят. Надо чека. Может, с таким мандатом? Я... Подумаешь... А ты сразу... Конечно, руки, руки. Что вы делаете? Спекулируете, мамзель? Я нет, я к родственникам езжу. Я вас все, я вас вижу насквозь. Буржуйская отродья. Вы права не имеете. Очень сожалею, что лично не дорезал вас, мамзель. Хотишь, дышу? Добровольно отдавай улики спекуляции. Ах, не хочешь? Составим протокол. Но позвольте, кто вы? У меня есть разрешение. Я есть чрезвычайный комиссар. Мандат хочешь? А? Почитать хочешь? В чем дело? Напрасно вмешиваться. Мы с мамзель уже. Кто вы с мамзель? Я вам очень благодарна. Вы бы лучше варежки надели, а то у меня руки грязные. Забелинца, Маша. Рыбаков Александр. Я не знал, что сказать. Я не мог подумать в ту минуту, что с этой девушкой мы пройдем рука об руку долгую, счастливую жизнь. А ну, посторонись. Ой, сороги! Что такое? Давай, давай! Ну, стой! Кто говорит, в чем дело? A sailor? А? A Russian sailor? Да, 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 sailor, sailor, да, моряк, ну. Do you speak English? To speak, не понимаю. I'm a writer from England. These soldiers are taking me to the Czech car. I'm a writer. Что такое, что случилось? Паген, понимаешь, фотографии снимал. Ага. Пестум. Пестум. Ну вот что, ведите его. А ну, пошли. Подождите, одну минуточку. Excuse me, you are an Englishman, I believe. Can I be of any help? Oh, you speak English? Yes. I'm very glad, very glad. I am a writer from England, a friend of Russia. These soldiers are taking me to the Czech car, and I don't know why. Вы понимаете, да? Да. Это английский писатель, всемирно известный. Ага. Писатель. Ну вот что. Я говорю... Слышь, Толя, отпустить? Отпустить. I am much obliged. You speak English very nicely. Thank you. Thank you. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Вы
Вы передайте товарищу писателю, чтобы он на нас не обижал. Вот, пожалуйста. Интервенция, блокада, мировой империализм. Ты нашего писателя почитай. Там прямо сказано. Последний раз. Опомнись, старый мир. Понял? Yes, thank you. Oh. Yes. Thank you. Ну вот, валяй, валяй. Валяй. Сейлор, Russian sailor. Да, 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 да. Саша Рыбаков, что вы тут делаете? Владимир Ильич, а как же вы одни, без охраны? Я от них убежал. Как убежали? Это я вам, батенька мой, не скажу. Секрет старого конспиратора. У меня, видите ли, было очень длинное заседание, и вот я теперь скрылся, чтобы немного погулять. Мое появление здесь, так сказать, правомерно. А ваше? Почему вы один в полночь считаете звезды? Влюбились, товарищ Рыбаков? Не буду отнекиваться. Да. Прекрасно. Вот и будем вместе гулять, товарищ Рыбаков. Время у нас сейчас жестокое и страшное, теперь как будто не до любви. Но вы не бойтесь. Любите себя на здоровье, раз это с вами случилось. Молчат. А на Кремле никогда не должны молчать часы. Владимир Ильич, я найду мастера. Сейчас пойду, обойду всю Москву, найду. Да, мастера, Саша, обязательно разыщите. Нет, нет, вы не поражайте, Саша, не надо, не надо. Здравствуйте, товарищ. Вы часовой мастер? Да. Я кустар-одиночка. Не понимаю, почему одиночка? Теперь меня называют кустар-одиночка без мотора. Очевидно, часового мастера обидели. Проходите, товарищ. Проходите, проходите. Садитесь, товарищ, садитесь. Благодарю. Трудно жить. Голод, холод. Устали? Как все. А вот наш товарищ говорит, что вас обидели. Может быть, он ошибается? Как вам сказать? Видите ли, обидя еще когда-то чинил часы самому графу Льву Николаевичу Толстому. Вот как? Это не шутка. Толстой к плохому мастеру не обращался. А интересно, какой был Толстой? В сапогах. Крепкий человек. Нет, нет, о чем он с вами говорил? Я уж не помню, о чем он говорил. Но он очень любил расспрашивать. И в часах толк понимал. И платил, конечно, хорошо. Я ему, как графу Льву Толстому, делал скидку. И он это замечал? Нет. По-моему, он не замечал. Так чем же вы теперь обижены? Вот как видите, мы тоже страдаем этой слабостью расспрашивать. Меня позвали работать в артели. И я, конечно, пошел работать в артели. И там мне попались поразительные старинные часы. Настоящий Нортон. Им было не меньше 300 лет. Редкие часы. Их никто не мог починить. Я их делал месяц. И часы пошли. И за это мне устроили общее собрание и сказали, что я даром ем хлеб. А вы им что на это ответили? Я им привел басню Эзопа. Басню Эзопа? Интересно, какую? Есть такая басня у Эзопа. Лисица упрекала львицу за то, что львица за всю свою жизнь рождает одного детеныша. На что львица ей отвечала: «Да». Но зато я рождаю льва. Эзоп, я им сказал, нас поучает, что дело не только в количестве, но и в качестве. А что же вам сказали в ответ на эту басню? Вот-вот. Председатель сказал, что Эзоп контрреволюционер и агент Антанты, а я являюсь агентом Эзопа. И меня выгнали оттуда. Выгнали как агента Эзопа? Ну, ясно, конечно.
Значит, наш товарищ правду сказал. Конечно, вас обидели. Ну, что делать? Сидите, сидите. Председатель отеле не читал изопа, ему не до старинных часов. Так вот, у нас к вам будет заказ. Да, очень рад буду служить. Можно видеть часы? Нет, нет, нет. По-моему, ваши инструменты здесь не подойдут. Мои инструменты? Да, здесь вам понадобится нечто другое. Вы обращали внимание, что кремлевские куранты молчат? О, да. Я не раз об этом думал. А вы не думаете, что их можно пустить? Это человек их делал, человек их сломал, и человек должен заставить их работать. Ибо, как сказал Максим Горький, человек — это звучит гордо. Спасибо, товарищ. Если меня сейчас отведут в башню, я посмотрю и тогда скажу, когда пойдут кремлевские куранты. Отлично. Пусть проводят товарища в башню. Хорошо. До свидания, товарищ. Простите, я очень взволнован. Благодарю за доверие. Здравствуйте, Машенька. Я вас жду уже целый час. Почему вы отвратительно улыбаетесь? Ну, и не час, и я не улыбаюсь. Повторяю, вы отвратительно улыбаетесь. Я сейчас уйду. Нет, не уйдете. Вы какой? Вы с ума сошли? Вы пытаетесь меня задерживать физической силой? Ну, а что ж мне осталось делать? Сколько раз я хотел с вами говорить, и вы всегда уходили. А вот сейчас попробуйте, из этого ничего не выйдет. Где вы были? Почему вы опоздали? Ну, не сердитесь, Машенька. Ну, я виноват. Понимаете, нам в Свердловском университете дали добавочную лекцию по истории искусств. Ну, и я хотел послушать. А потом меня задержали и по партийной линии дали нагрузку организовать субботник. Ну, вот я... Я жду, когда же дойдет очередь и до меня. Машенька, я так давно хотел вам сказать... Ну, вы, Рыбаков, все равно я вашей женой никогда не буду. Зачем вам нужна моя любовь? У вас жизнь и так заполнена. У вас партия, общественные нагрузки, университет, дело. Да вы не правы, Машенька. Мы не пуритане. Что-что? Откуда вы знаете о пуританах? Читал. Боже мой, когда же вы успеваете читать? Ночью. Что же вы читали сегодня ночью? Антидюдинга. А вчера? А вчера герои нашего времени. Удивительный человек, Саша. Машенька. Папа. Я давно знаю, что ты встречаешься с неизвестным мне господином и тщательно скрываешь свое знакомство. Папа. Тебе мало посещать с ним театры, диспуты, кинематографы. Ты дошла до того, что бегаешь сюда на свидание к нему на бульвар. Но, папа, ты... Честный, интеллигентный человек давно понял бы, что неприлично встречаться с девушкой, не представившись ее родителям. Крепись, отец! Ого, крепись. Хорошо сказать. Крепись. Ох-ох-о. 50 лет я работаю и не имел ни одного выговора от своих заказчиков. Но если я запарю этот заказ... Отец, у вас меланхолия. Полководца Рыбакова никто не знает. Но одним полком я командовал у Чапаева и научился своих решений не отменять, не отступать.
Да мы заставим эти старинные часы отсчитывать наше время. Да, именно заставим. Только вам придется мне помочь. Нужно повесить маятник. О, с восторгом. А я готов сам висеть вместо маятника. Возьмите. Прошу. Мистер Ленин, я хочу написать книгу о России. Это весьма приятно. Мне очень интересно, что вы у нас увидели. Боюсь, что это вас огорчит. В таком случае мне вдвойне интересно. Я видел, что люди в России плохо побриты. Они также плохо одеты. Меня ужасают ваши деревенские мужики, ваши рабочие, ваши солдаты. Я видел громадное кладбище мертвых паровозов. Новые идеи обанкротились. Они оказались несостоятельными. Это конец. Мою книгу мне хочется назвать «Россия во мгле». Английское правительство с легкой руки мистера Черчилля потратило много денег, чтобы пушками доказать несостоятельность наших новых идей. Задушить молодую советскую республику, залить кровью, довести до крайности. Я говорю о военной интервенции, о блокаде. Ну, мистер Ленин, Черчилль не вся Англия. К счастью, да. Я был одним из тех англичан, кто решительно осуждал крестовый поход против большевизма. Мы благодарны этим англичанам, но все же этот крестовый поход состоялся и провалился. Русский народ, который вас так ужасает, проявил чудеса величайшего героизма. Пошел неслыханные жертвы, терпит страшную нужду, не правда ли? Я согласен, это изумительно. Но как же так? Идеи обанкротились, а люди победили. Да, но советские идеи не могут остановить хозяйственные катастрофы. А известно ли вам, что советская власть решила начать электрификацию России? Я ничего не слыхал об этом. А вот это как раз и есть первая советская идея. Идея планового государственного переустройства всего здания старой России. Электрификация России? Да-да. Мистер Ленин, признайтесь, вы мечтатель. Я лично не могу себе представить ничего подобного. Видите ли, мы с вами по-разному смотрим на мир. Вас покоряет западная цивилизация, а мы верим в творческие силы освобожденного труда. Наш народ вас ужасает, а мы утверждаем, что он построит первое в мире социалистическое государство. Вы видите Россию во мгле. Мы видим свет над Россией. Товарищи, я хочу рассказать вам один случай. Это когда я возвращался домой с фронта в бессрочной через Москву. И вот дай, думаю, зайду, куплю домой гостинцев. И вот встречается мне на толчке один такой, вы извините, Владимир Ильич, за выражение, встречается мне недорезанной шубе. И говорит, немного ж ты солдат завоевал. Куклу и коробок спичек. Обидно мне было. Ох, как обидно, Владимир Ильич. Потому тогда-то я ему не мог настоящего ответа дать. Растерялся. Но сейчас бы я ему дал ответ в самую точку. Знает, что солдат завоевал себе и детям своим светлую трудовую жизнь. Ведь советская власть вот дала нам возможность получить вот этот неестественный свет и осветить наш темный избы. И этот свет прорежет ночную тьму и выведет нас на правильный путь новой жизни. Да здравствует лампочка Ильича. Вот видите, товарищи, на свои средства
Своими силами вы оборудовали себе небольшую электроподстанцию. И ваша деревня Кашина уже имеет электричество. Это только одна деревня. Но нам важно, чтобы вся страна была залита электрическим светом. Советское правительство разработало проект электрификации всей России. Электричество будет главной силой промышленности и сельского хозяйства. Оно будет возить нас. Электричество будет нам обрабатывать и удобрять землю. Ну, что ты, доченька? Мама сказала, довольно тебе митинг устраивать, традицию, зови гостей. Шустрая девочка. Да, без меня такая выросла, Владимир Ильич. Раз так, то придется пойти. Да, прошу вас покорно, Владимир Ильич. Одну минуточку. Я извиняюсь. Я должен запечатлеть этот торжественный момент. Фотографировать? Да. Не возражаю. Попрошу вас. Хорошо. Пойдем. Садись, Владимир Ильич. Так, ну-с, потеснее. Потеснее, покомпактнее. Дальние повыше. Ближние немножко опустите, вот передний план опустите. Так, приятное выражение лица, так. Ну-с, спокойно, не шевелитесь. Приготовились? Снимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я уверяю вас, что Антон Иванович рискует быть посаженным в ЧК. А кто теперь не сидел? Все сидели. Вот я, например, не сидел, буду сидеть. Ну, я умоляю тебя, ну, хотя бы в гостях. Ну, перестань меня мучить. Нина Вячеславовна, дорогая, поймите, Антон Иванович выражает свои чувства эмоционально. А за эмоции не сажают. Антон Иванович становится все более и более раздражительным. Я начинаю верить, что его посадят. Посадят. На всякий случай держу узелок с бельем. Лидия Михайловна, что? Вот увидите, Антона обязательно посадят. Антон Иванович! Здорово, Антон! Антон Иванович, ты замерз? Я сейчас чаю. Даша! Где Даша? Мам, ты же знаешь, Даша ушла за дровами. Я сама. Давай я тебе помогу. Совсем остыл. Я согрею, Антон Иванович. Маша, дай отцу стакан. Тихо.
играет. Это победа, отец. Победа! Слышите, что ли? Звонят с парадного. Откройте. Ой. Машенька, кто это? Кто это? Успокойся, мама. Матрос пришел. О, Господи. Забелина спрашивает. Я говорил. Боже мой. Матрос? А зачем? Ну, не знаешь, зачем приходит матрос? Повернулся. Я говорил. Ну, успокойся ты. Да выпей воды. Ну, выпей воды тебе, говорю. Что же это? Успокойтесь, господа. Это пришел, вероятно, поклонник нашей дочери. Да. Я его видел. Он одевается, как герой Авроры. Даша, просите в кабинет. Прошу вас, господа. Пойдем. В кабинет просили. Пойдемте, Саша. Пожалуйста. Ну что ж ты замолчала? Ты скажи нам, товарищи, и твой гость не будет шокирован. Папа всегда надо мной подшучивает. Пожалуйста. Мой друг Александр Рыбаков. Это моя мама, Лидия Михайловна. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Садись, Санечка. Партии коммунистов, сударь, состоите? Состою, а что? Да нет, ничего. Просто интересно знать, что может думать коммунист, очутившись в нашем обществе. А чего ж думать? Тут думать нечего. Да. Действительно, думать нечего. Мы ведь для вас буржуи и прохвосты. А я, сударь, всю жизнь работал как каторжный. Теперь я никому не нужен.
Я строитель электростанции, а их закрывают. Я безработный. Бычачий пар. Пришел на смену электрической энергии. Я как Прометей. Раздаю людям огонь. С утра до ночи торгую спичкой. Ну-с, что же вы молчите, сударь? А я, знаете, удивляюсь, почему вас до сих пор не посадили. Между нами говоря, вы ведь не Прометей, а просто саботажный. Разве не правда, что я безработный? Неправда. Что я выброшен, как старый башмак? Неправда. Тогда, сударь, вон отсюда. Нет, я так просто отсюда не уйду. Что? Да, я совершенно забыл, что я здесь не хозяин. Что вы можете реквизировать мою квартиру? Ну, хорошо. Хорошо. Папа! Я сам иду. Антон Иванович. А я вас не пущу. То есть как? Антон Иванович, за вами пришли. Идет председатель домового комитета, и за ним кто-то весь в кожаном. Гражданин Забелин? Давно жду. Отлично. Если возможно, прошу поторопиться. Давно готов. Прощайте, господа. Входите, входите. Инженер Забелин? Да. Антон Иванович? Да. Здравствуйте. Прошу, садитесь. Так что ж, саботировать будем ли работать? Я не думал саботировать. Мне некуда приложить руки. Как это некуда приложить руки? В обществе, которое перестраивает жизнь на научных основах, ученому некуда приложить руки. А еще говорить, что не думали саботировать. За кого нас принимаете? В России предположено построить социализм. Я в социализм плохо верю. А я верю. Кто же из нас прав? Вы считаете, что вы, а я считаю, что я. Кто же нас рассудит? Но ведь социализм, кажется, не ваша специальность. Да, я плохо разбираюсь, но... Так зачем же вы беретесь судить не по специальности? Зачем подвергать сомнениям социализм? Вам, вероятно, мешает узелок? Сегодня суббота. Вероятно, собрались в баню. Да, я собирался. Не беспокойтесь, мы вас долго не задержим. Так чем вы теперь занимаетесь? Ничем. Но вы говорите неправду. Инженер Забелин торгует спичками. Как спичками? Инженер Забелин в прямом смысле слова. Торгует спичками. Опытом торгуете? Или в розницу в коробочке? Послушайте, это стыд и срам, батенька мой. В наше время торговать спичками. За такие штуки надо расстреливать. Как хотите. Давно готов. К чему готов? Приятие мученического венца? Какой смысл? Предположим, что мы вас отстреляем. А где толк?
Объясните нам, почему вы давно готовы к расстрелу? Вы что, буржуй? Нет. Мы пригласили вас по делу, чтобы посоветовать с вами по вашей специальности. А вы изображаете себя мученика-героя, которого заели большевики. С некоторых пор меня перестали спрашивать советы по моей специальности. Значит, людей занимали другие интересы. Вам это приходило в голову? Может быть, вы правы. Ну вот видите, а теперь понадобились ваши советы, ваши знания. Вы просили напомнить. А, помню, помню. Киносеанс. Отлично, все в сборе. Пойдемте, Саша. Пойдемте, Антон Иванович. Посмотрим кинокартину. Для вас это будет тоже интересно. Пойдемте. Узелок забыли. Ну да. Пойдемте. Антон Иванович, мне хотелось вас ввести в самую суть вопроса. Видите ли, нас, большевиков, всегда интересовали коренные проблемы переустройства всего здания России. И вот сейчас Владимира Ильича Ленина интересует вопрос, как бы это нам, без варягов, своими силами, теперь же приступить к электрификации России. Как вы говорите? Электрификации? Да-да, электрификации России. Так-так. По единому государственному плану, с толком, с умом. Так-так. А вот вчера я беседовал с одним ученым человеком о строительстве электростанции. И этот ученый человек, а он до революции был акционером одной электрической компании. Так вот он довольно энергично утверждал, что у России для электричества нет будущего. Страна наша плоская, и реки в ней текут тихо. А для добычи электричества нам надо иметь что-нибудь вроде Ниагарских водопадов. Так мог утверждать только невежда. Я берусь вам указать десятки мест, где можно построить электростанции на белом угле. Вот видите, Антон Иванович, как оказывается, нам с вами легко говорить по вашей специальности. Пойдемте, пойдемте смотреть картину. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Можно начинать, Владимир Ильич? Да-да, пожалуйста, начинайте. Пожалуйста, Глеб Максимилианович, объясняйте нам, что мы здесь видим. А, чтобы всем было понятно. Это элеваторная машина. Элеваторная машина, несмотря на большое количество рабочих, вот как вы видите, требуемых для ее обслуживания, дает очень малую производительность. Это допотопный способ, можно сказать, варварский, Владимир Ильич. А это? Это багер. Какой системы? Система Экелунда. Вот при багерной системе добычи торфа ручная экскавация, вот как видите, полностью заменена механической. Но количество верховых рабочих здесь требуется такое же, как на элеваторной. И, к сожалению, этим способом можно разрабатывать только беспнистые торфяные болота. Да. А вот это новый способ, гидравлический. Ну да. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Это способ системы наших советских инженеров, товарища Классона и других. Да. Мы называем его, Владимир Ильич, гидроторф. Да, сущность работы при гидроторфе. Это, вот как вы видите, размыв больших торфяных массивов струей воды высокого давления. Сколько атмосфер? Примерно 10-15 атмосфер. Здесь тяжелый физический труд заменяется управлением механизмом. И главное, что этот способ дает нам возможность рентабельно разрабатывать большие пнистые торфяные массивы. Великолепно, а? Теперь мы
одолеем эти торфяные болота. Не правда ли? А вы спичками торгуете? Какая дикая вещь. Да? Случилось что-то ужасное. Почему вы приехали на извозчике? За мной же автомобиль не призывает. Как вы смеете шутить в такую минуту, когда... Ну, некрасиво ссориться на улице, ну. Говорите, где мой отец? Там? Да нет же. Куда его увезли? В Кремль. В Кремль? Ну да. В Кремль? Ну, конечно. Антон Иванович. Для себя я уже решил. Но поверите ли вы, меня же никто не может рекомендовать из людей вашего круга. Вы представьте себе, может. Кто же? Я могу рекомендовать. Откуда же вы меня знаете? По долгу службы. Простите. Кажется, это вы забыли узелок. Черт. Благодарю вас. Да, пожалуйста. Я собираюсь в баню. Опоздали, опоздали. Прозевали баню, уж поздно. Я хочу сказать вам правду. Я думал, что меня арестовали. И вот, жена дала этот узелок. Вот что, это совсем другое дело. Время у нас сейчас жестокое и суровое. Теперь у вас в доме, вероятно, горе, слезы. Пусть немедленно отправят инженера домой. В моей машине. Благодарю вас. Ну, придите в себя, голубчик мой, Лидия Михайловна. Ну, очнитесь, ангел вы мой. Идут. Дождались. Дождались? За домом следят. Я сам видел. Двое. Да не уже двое, двое, не двое. А дом окружили солдаты. Ну, боже мой, обыкновенный солдат. А он хочет, чтобы его забрали необыкновенный солдат. Да молчите вы. Свершилось, боже мой. Потушите свет. Да-да. Ну, скорее. Скорее. Давайте играть в лото. Лото. Вы видите, они придут, а мы играем в лото. Может, правда сыграть? И где стол? За стол. Где стол? Бумажки вот. Разбирайте по рукам и сами рвите фишки. Что происходит? Мелкие фишки. 82. 66. Потише. 84. 86. 49. 42. 62. Что? Барабанные барочки. Ничего. Не улавливаю. Барабанные палочки. Ну что это? 11. Ну так и надо говорить. Сейчас я вам припаюсь немедленно. 63. Ослеплюсь. 67. Есть? Семен Семенович, я хотела сказать. 77, да-да. Ну, да-да, есть. Есть. Да хватит, как... Тише, тише, тише. Почему вы сидите в темноте? Антон Иванович! Антон! Ты! Милый мой Антон Иванович! Живой! Антон Иванович, почему ты молчишь? Понимаешь, ну, бывает в жизни человека минута, когда нечего сказать. Где ты был? Что с тобой сделали? Ты не похож на самого себя. Ну, а что значит быть похожим на самого себя? Ёлка. Ёлка. Ёлка, ёлочка, ты понимаешь, Россию-то нашу, старенькую Россию, самоварную попою-то по боку, понимаешь? Электрификация, ты понимаешь? Нет. Ну, будущее России. С ума сошел абсолютно. Я приду в свой кабинет, Ёлочка. Антон, там не топлено. Ну, там уж не так удобно. Да где же ты был?
Кремле. Ой. Товарищ Забит. Я здесь. В машине забыли? Да. Спасибо, товарищ. Пожалуйста. Консервировали, а я всю жизнь любил спать при открытом окне. Я живой, живой. Маша, где твой матрос? Зачем он тебе? Мне бы сейчас с ним побеседовать. Маша, 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 что? Маша, 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 мне работать велят. Велят? Строго велят. И что же ты думаешь? Я не знаю, что думать. Я не знаю, Маша. Я не знаю. Знаю. Объявляю сводник. Машка, тебе не стыдно отец инженера в кабинете? Что мещанство? В гадость? Ну что, долой? Маша, помогай отцу! Не понял, что означает в жизни гений. Мы имеем перед собой результат работ Государственной комиссии по электрификации России в виде этого томика. Я надеюсь, вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне нетрудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это наша вторая программа партии. Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства. Она должна дополниться планом воссоздания всего нашего народного хозяйства и доведения его до современной техники. Мне пришлось не очень давно присутствовать на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии в Волоколамском уезде, где у крестьян уже имеется электрическое освещение. На митинге один из крестьян приветствует новые события, говорил, что где мы, крестьяне, были темны. И вот теперь у нас появился свет. Неестественный свет, который будет в темноту. Я лично не удивился этим словам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет неестественный. Но для нас неестественно то, что сотни, тысячи лет могли рабочие крестьяне жить в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков-капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь. Нам надо в настоящий момент добиться того, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения. Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной, крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно. Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны.